Невгамовні майстри хендмейду живуть у Дніпропетровську. Ще не вщухли враження від першого фестивалю міста майстрів, що проходив на День Незалежності, а другий за рахунком вже готується. На день народження міста дніпропетровці знов побачать витвори цікавих мистецтв. Ексклюзивні прикраси, авторський одяг, неочікувані предмети декору і усе це під музику молодих і досвідчених, але точно не пересічних українських музикантів. Не дочекавшися початку фестивалю, ми запросили його організатора Уляну Сідоренко до нас у студію. Із нею Інга Касаткіна, одна із мешканців міста майстрів. Вона робить вітражі, а також володіє мистецтвом із дуже поетичною назвою «Фьюзинг». Добрий вечір, дівчатки. Давайте перший вопрос адресую організатору. Уляна, скажіть, откуда появилась ідея вот такого конкурса? Изначально «Город мастеров» — это онлайн-каталог, в котором мы собрали и до сих пор собираемся, стараемся как можно больше собрать мастеров, которые делают красоту своими руками. А потом, когда их уже там определенное количество собралось, мы подумали, нужно, наверное, как-то выходить в люди с тем, что у нас есть, и создали наш первый фестиваль. Он прошел действительно очень хорошо, он наполнил нас необычайной энергией и позитивом. И вот на День города мы захотели создать второй такой праздник, который понравился всем предыдущим участникам. То есть вы довольны первым результатом? Очень, да. А вот тогда скажите, а почему проводите его в рамках вот городского праздника, а не как отдельное мероприятие? Может быть, как отдельное мероприятие. Мы просто включили его в общий список, чтобы люди знали, где что, чтобы они могли выбрать заблаговременно и распределить свое время. Но вообще «Город мастеров» — это фестиваль, который проводится отдельно нами с большой поддержкой ивент-агентства «Арт-Вертеп». Угу. Ну тогда где что будет проходить? У нас будет фестиваль, да, проходить возле памятника Чкалова в парке «Глобы». Что там будет? Ну, в принципе, кто был в прошлый раз, тот уже знает, что будет необычайно весело. А в частности, опять будут музыкальные коллективы выступать, будет много различных мастер-классов по танцам, по рукоделию, по росписи батика, по изготовлению кукол даже будет мастер-класс от Алины и Карины Гаевых. Угу. Вот. И будет стрельба из лука. Будут кузнецы ковать прямо при вас вам какой-нибудь сувенир. Mm-hmm. То есть будет очень весело, однозначно. И мастера все днепропетровские? Нет, у нас на этот раз будут мастера и из других городов Украины, из Киева, из Луганска, из Полтавы, из Запорожья. То есть приезжают очень много интересных мастеров с очень необычайными изделиями. И будет и продажа? Обязательно, конечно. Это и есть смысл связать мастера с его клиентом. Mm-hmm. То есть мастера для того, чтобы развиваться, они должны в любом случае продавать свои работы, чтобы mm-hmm. накапливать и опыт, и финансовую часть, конечно, необходимую для этого всего дела. И мы стараемся дать мастерам такую возможность. А скажите, вы что-нибудь купили на прошлом городе мастеров? Я начала покупать еще, когда начала знакомиться с мастерами. Они приходили ко мне со своими работами. Да. У меня просто уже очень красивая квартира теперь. Благодаря нашим замечательным днепропетровским рукодельцам. Я думаю, что все наши горожане получат такую возможность. Приходите. Давайте мы у вашей коллеги спросим, кто же вы и что такое красивое у нас стоит на столе? Что вы нам принесли? Это в технике фьюзинг изготовлены вот такие вот стеклянные ангелы. Вот, начнем. Что такое техника фьюзинг? Наша мастерская «Брама» занимается изготовлением витражей технологии Тиффани. Мы работаем со стеклом художественным. И в основном это были большие изделия для интерьеров. Вот. Но также у нас вот появилась такая линия, как сувениры, сувенирная продукция. И вот эти ангелы — это наша разработка. Ну, они интересны тем, что как бы, мы вдохновляемся работами народных художников. Там Марии uh-huh. Примаченко, Собачко Шостак. То есть нам интересна эта тема, как бы в современном материале вдохновляться, скажем так, истоками украинского искусства uh-huh. народного, живого, сильного, и делать что-то достойное, чтобы там могло представлять, допустим, Украину, как даже где-то в Европе, как сувенир из Украины. Вот как бы такая была тема. Вот. И это очень трудоемкое. Это очень трудоемкий процесс. Это не штампованное изделие, это не отливки, это все собирается вручную.
Вот, индивидуальная, не повторяется ни один ангел. Вот, то есть, если они улетают где-то за рубеж, то все, это уже навсегда. Ну, с нашим имиджем вот. Днепропетровска и Украины вообще все в порядке будет. У нас уже и гербы, и логотипы, и вот такие чудесные сувениры. Это дорогостоящая вещь вот, для тех, кто у нас разная продукция, то есть, они это представлены самые такие богатые, как бы, ну, обереги, да. Вот, здесь выложена такая инкрустация из стекла. Там ветенанки, древо жизни, то есть это как бы вдохновение из росписи пришло. Вот. Есть небольшие изделия, то есть в среднем изделие от 40 гривен. То есть это, в принципе, может позволить каждый. То есть разного размера, это подвесы, это как светильник может работать. Разные и формы. Изделия, ну, ангелы — это как бы просто как бы наша тема такая, ну, лицо, да, такое. Вот, как зазлыться, да, это не, ну, как бы негласный символ евро сейчас. Так вот нам бы хотелось, чтобы ангел, возможно, стал негласным символом, допустим, города Днепропетровска или Украины в целом, да. Но также у нас много разной продукции, очень разноплановая, на разные тематики, в разном стиле сделаны из стекла. Это можно будет увидеть на городе. Девушки, у нас есть небольшой фрагмент из прошлого фестиваля. Давайте покажем нашим зрителям, чтобы они все-таки, те, кто не видел и те, кто не участвовал, поняли, о чем мы говорим. Пожалуйста, будьте добры, видеофрагмент покажите нам, пожалуйста. Мы решили устроить на День независимости небольшой праздник с большим количеством всяких красивых штук. Безліч краму, сувенірів, а головне – майстер-класів. На них і діти, і дорослі разом з майстрами створюють свої маленькі шедеври. Найбільшою популярністю користується кераміка. Найактивніші учні – малеча. Маленька Ганночка хизується своїм зайчиком Непосидою. Це у нього такий віночок, а там хочете взяти з морковки суп. Я ліпила ще тарілочку в формі сердечка. Ульяна, я вижу у вас вот как эта картина, да, вы принесли это, картину. Да, я хотела... Что это? Я хотела сказать, что вот если кто не знает, нынешняя афиша города мастеров нашего фестиваля, она нарисована Алиной и Кариной Гаевыми тоже. Тоже наши зрители уже знают этих сестер. То есть это уникально на самом деле. Художник, такое можно потом... вставлять в рамочку, вешать на стенку. Я вот не могу не отметить, вы с такими чудесными косичками обе. Это случайно не визитка, не вот с футболкой вместе, не униформа будет такая для участников? Даже не договаривались. Даже интересно, конечно, за это как униформа. Нет, нет, да, просто это такое совпадение. Ну, может, вам такая идея понравится. Ну, мы же все-таки продвигаем национальное искусство и традицию в массы, поэтому, естественно же, мы стараемся... Коса для женщины, для славянки, это... Слушайте, ну это просто это практически лицо, да? Получается такая днепропетровская сорочинская ярмарка, да? Хотим, хотим где-то к чему-то стремиться к лучшему, конечно же. Замечательно. Я не могу не спросить у вас, вы так вот художественно развитые девушки. Мы сегодня обсуждаем вопрос о логотипе нашего города, у зрителей наших спрашиваем. Сейчас, если будет возможность у наших инженеров показать... Спрошу вас, вам нравится наш новый логотип? Любые мнения принимаются, нравится, не нравится. Пожалуйста, скажите, что честно говоря, я считаю, что логотип, он должен отражать сущность Днепропетровска. Конечно, с точки зрения рекламиста можно подвести красивую историю под любую картинку и рассказать, почему именно она должна быть логотипом города. Но мне кажется, что в данной ситуации немножко не отражает всю... многозначительность, всю вот многобытность нашего города, вот эту вот полноту жизни и индивидуальность, и эмоциональность днепропетровчан, нет, к сожалению, не, нет. Но, возможно, хоть как-то это поможет продвигать в дальнейшем идею Днепропетровска по всему миру. Да, да. Везде. Инга, вам нравится? Ну, это, я так понимаю, то, что... Да, то, что показали только что. Ну, честно говоря, пока это неузнаваемо, сложно, не несет информации никакой. Собираем мнение. И в завершение нашей беседы планы на будущее, следующий. Я понимаю, что еще не состоялся второй, но вот я хочу как-то обозначить, как часто это будет проходить. Это будет какая-то установленная дата? Или вот как вы думаете, как вы планируете, как может, хочется. Мечтаете? Пока, да, пока можно сказать, как хочется. Хочется, конечно, часто. Хочется каждый месяц. Как получится, посмотрим. Но это однозначно не последнее мероприятие. Будут еще и будут лучше. Мы будем всегда стараться расти и улучшать все, что мы делаем. Поэтому приходите, смотрите, радуйтесь.
Спасибо. Давайте еще раз уточним, что, где и когда. 10 сентября в парке Глоб и возле памятника Чкалову по фестиваль «Город мастеров». Спасибо, желаю вам удачі. Спасибо большое. Я ще раз подякую нашим гостям. Я нагадаю, ми говорили із організатором і учасницею заходу, що пройде на День міста. Це буде місто майстрів. Будь ласка, приходьте, дивіться і отримуйте задоволення.